Выставочный центр находится в исторической части города у самого моря. С одной стороны расположен морской порт, с другой – река Сочи и Комсомольский сквер. Во время Олимпиады здесь работали журналисты ведущих российских СМИ. После зимних игр свою продукцию в рамках выставки здесь представят лучшие производители мягкой и корпусной мебели. Выставку «Мебель и интерьер» компания «Сочи Экспо» проведет уже в 33-й раз. На нашей выставке будет представлена мебель для отелей, для ресторанов, кафе, баров, гостиниц. Для дома, садово-парковая мебель. Традиционно к нам приезжают компании из разных городов России и зарубежья. И в этом году впервые приехали к нам компании из Севастополя. Свою продукцию на выставке представят компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Самары, Нижегородской и Калужской области, из Белоруссии, а также сочинские компании. Организаторы – компания «Сочи Экспо», торгово-промышленная палата города при содействии администрации Сочи, городского собрания и ассоциации предприятий мебельной и дерево обрабатывающей промышленности России. Выставка «Мебель и интерьер» будет открыта с 24 по 27 апреля с 10 утра по адресу Несебрская, 11. Вход свободный.